Ну тут просто навіть треба бути. Юра, да? У нас Володя, у нас дзвонок із Нью-Йоркщини. Є такий город прекрасний. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно слышать рідну Нью-Йоркщину. Говорить, що ви хочете, ставте запитання гостям чи як. Доброго ранку. А, хорошо. Доброго ранку. Я буду по-русски, если просто легче. Я просто хотел высказать вам поддержку и сказать, что вас смотрят не только в Украине, не только в Крыму, но вот и за пределами необъятной Украины. И хотел бы сказать еще, что со стороны это все выглядит, ну, я бы сказал, больше как будто мне стыдно за Украину, что это происходит. Это... Как бы то, что происходит с ЛТАР, это как что-то частное, но в общем это вот просто непонятно какой-то, я не знаю, как маразм. Как такое может происходить? Почему закрывает канал, который помогает стране быть более независимой, получать доступ к Крыму, к его людям, я не понимаю. Я вообще удивлен, когда я услышал, какой у вас бюджет. Вы говорили, около 2 миллиона долларов. Если я правильно посчитал. Да? Я не понимаю, я бы увеличил бюджет, увеличил бы бюджет на это, вместо того, чтобы блокировать. То есть, вот так вот. Нет у вас вопросов к нашим гостям? Есть вопросы? Вопросов на данный момент, я не знаю, что можно спросить. Я просто хотел высказать поддержку и сказать, что вас смотрят не только... там, но и тут. То есть не только, да. Дуже дякую вам, дуже дякую вам.